Всем привет, с вами Лармист, и сегодня покажу такую интересную особенность GTA, значит, это редактор Rockstar. Данный редактор позволяет вам, не знаю, делать просто фильмы, наверное, правда сказать, вот, про что я вам тогда говорил в том видео. Вот, ну, я в него зашел, ну, раза два, и, блин, уже все в принципе понял, но для самых, вот, скажем, ленивых, вот, записываю тут, а мало ли кому пригодится, то есть, кто там что-нибудь понял. Вот. Значит, как записывать? Нажимаете F1, вот, идет запись, и, по-моему, потом опять F2 или F3, по-моему, и при записи прекращается все. Вот. Даже когда вы нажимаете F1, появляется такой таймер, вот, он записывает, там часики какие-то по кругу идут. Вот. И он, если даже файл большой записи у вас объем, то есть вот он делится на два клипа, хотя запись была одна произведена, вот как у меня. Вот. Значит, ситуация. Я, значит, нашел вертолет, объясняю, что сейчас будет на видео, и посадил его вот на фуру с прицелом, значит, вот. И как бы, блин, ну думаю, дай запишу, потом начал по максимуму экшена творить, вот как раз проверить видеоредактор, как он работает, потому что, как этот эдитор, значит, будет у нас на нас работать и все такое, как его рекламировали и так далее. Вот. И, в общем, вот я сел на крышу, но сейчас вам покажу, как это выглядит в игре. То есть, в игре это выглядит следующим образом. Ну, в общем, я врезался, да, дальше я попытался полетать, короче, там, над фурами и так далее. Но я буквально вам, то есть, все показывать не буду, совсем работать, скажем, материалом. То есть, вот. Я вам покажу, вот, примерно, с самого начала. Значит, с чем мы будем работать и как мы будем работать, мы будем с камерой. Конечно, тут есть эффекты, есть аудио, то есть в аудио мы делаем звуки тише, громче, то есть на... Давайте потише сделаю, там на двойку, чтобы меня слышали нормально. Вот. Эффекты, значит, понятно, что вот фильтр, он тут всякие разные они есть, то есть это вы можете сами посмотреть. Также они, то есть, здесь, ну, регулируются, то есть, ну, по-всякому. Значит, такой будет, там, то есть, ну, понятно, что насыщенность, контраст, яркость, это все как бы, ну, скажем так, игроку понятно. Скорость, непонятно, видео, позиция, ну, это вот кадр наш, откуда начинается. Вот, ну, значит, работаем с камерой. То есть, мы видели, как это выглядит некрасиво, как это стандартная ситуация, то есть, как камера должна быть. В общем, на камеру нам здесь предлагает вид сверху, вид слева, справа, сзади. Но нас будет интересовать самый последний. Это свободная камера. С ней, как вы понимаете, то есть ее можно просто по-всякому. Она просто на вас будет работать. Единственное ограничение, у нее есть свой диапазон. То есть если я захочу, видите, меня не пускает. Также и здесь, вот, если захочу, они будут вот круг, вот это диапазон камеры, который у нас возможен. Понятно, что управление вот написано внизу, все. Я забыл, конечно, про то рассказать, но в принципе тут все написано, все понятно. То есть то, что ВСД там, значит, рулим, мышку зажимаем, мы можем крутить ее как хотим. Высота E и Q, Z это отдаление, C это приближение. Вращение это стрелочки, то есть можно, понятно, что так, так, там, без разницы, как хотите. Вот, соответственно, вот такой момент, если вы взяли так, просто назад там и вперед летите, она сама переворачивается, поскольку камера. Но, значит, что мы делаем? Мы будем придавать кинематографичность, вот в этом и есть особенность редактора. То есть мы возьмем сейчас камеру, поставим так, приблизим что-то, чтобы у нас прям красиво было вот так вот. И можно даже немножко развернуть. Я сейчас, как я тут первый раз сделал, где у нас солнышко? Вон солнышко у нас. Будет даже так будет. Вот. Соответственно, мы сделали, нажали F5, то есть сохраняем. F5 у нас сохраняет. Дальше нажимаем Escape. Опять Escape. Еще раз Escape. Все. Теперь расскажу про нижнее меню. Ну понятно, показать это, значит, пробел у нас. То есть нажимаем. Вот так у нас теперь выглядит эта фигня. Прокрутка это переключаться между кадрами. То есть это вот у нас вот у нас кадр один, вот у нас второй. Ну и чтобы дальше нам создать кадр, вот мы, допустим, сделали вот так, да.
И хотим еще раз. Нажали на N, добавить метку. Нажали. Все, создалась метка. Опять выбираем камеру. Тип свободно. Настройка камеры. Ну и настраиваем, допустим. И пусть будет вот так даже, да? Сейчас как-нибудь удалим еще. Вот, ну и пусть вот так. Вот. Какую ошибку я сейчас допустил? Я сейчас специально делаю с ошибкой, чтобы вы поняли на примере. Вот. Опять нажимаю Escape. Что мы имеем? То есть мы видим, с камера поехала и вот так. То есть как вот фильм обычно, да, вот снимаем, когда фильм смотрит, нам даже бывает такое, именно я вижу, что вот она же так проехала, вот так, то есть, ну вот. Чтобы дело это было круто смотрелось, мы будем сейчас делать что-то типа смутов, как в контре. То есть мы опять вот переключаемся с скобочками вот с кадра на кадр, выбираем наш вот начальный кадр, нажимаем камеру, и здесь есть цель камеры. Значит, цель камеры — это зачем мы будем следить. То есть вот игрок, единица, двойка, тройка. Значит, что тут тройка понравилась, вернее, двойка понравилась, нормально. И также делаем. Вот мы посмотрели двойку. Точнее, когда цель камеры вы нажимаете, нажимаете настройка камеры, у вас именно вокруг этой двойки и будет камера вращаться. То есть вы не сможете увидеть куда-то дальше, куда-то ближе. Вот, я просто для чего смотрю, чтобы посмотреть, зачем нам камеры двигаются. Вот у нас двойку мы поставили, запомнили, ага, двойку убираем, значит ставим нет. А здесь двигаться с целью, ставим двойку. Теперь что у нас получается? Ну и, конечно, в следующем кадре опять мы заходим в камеру, вот то, что ключи, скажем так, двигаться с целью мы поставим хотя бы. Сейчас мы посмотрим, где что. Есть семерка, то есть можно вместе с машиной с этой двигаться. Четверка, тройка, двойка. Ну что, кстати, вот. Вот двойку, значит, поставим опять тут тоже. Поставим двойку. Что теперь получается? А, статив подвижный, ну режим перехода линейный. И также и на том поставим сейчас. Режим перехода линейный. Все. Что же у нас теперь получается? Получается у нас следующая картина. То есть, видите, да? Но это потому, что я поставил двойку. То есть, вот так вот у нас теперь выглядит. Все. Вот. То есть, уже то есть, эта камера, получается, некую кинематографичность приобрела. Вот. Допустим, хотим дальше, да? Опять те же действия, там, ну, чуть-чуть примотали, посмотрели, когда сейчас скоро врежусь. Нажимаем камеру, настройка камеры, ну, и, допустим, пусть будет вот так, как, не знаю, сейчас, поближе прям. Пойдет колеса, потом. Сейчас, вот, земли, чтоб чисто, и вот так, вот. Ну и также нажимаем сохранить. Все, мы сделали. Нажимаем. Сейчас опять выйдет меню. А, вот, нажимаем Escape. Цель камеры. Опять смотрим, что мы хотим спустить. Единица, ничего. Двойка, машина. Давайте с двойкой попробуем посмотреть, опять же. То есть, также можно стрим, можно игрока оставить, можно ставить, там, не знаю, но обычный игрок, везде игрок, игрок, в принципе, нормально будет. Давайте просто посмотрим, что у нас получается. Мы видим, что мы закосячили. Закосячили в каком плане? То есть здесь у нас появилось авто с педалями и так далее. Поэтому что мы делаем дальше? Вот здесь попробуем так сделать. Создать метку еще раз. Так. Настройка камеры. Так, попробуем. Давайте вот так поднимем. Сохраним. Чтоб у нас она не летала. По идее, сейчас мы не должны будем лететь в машину. Мы сейчас проверим, в принципе. Так. Вот, допустим, у нас она идет. Тут я сейчас не так. О, мы у нас уже на камеру, получается, водилу влетает. Так, давайте тогда чуть-чуть попозже сделаем. Ну, возьмем кадр, подвинем вот так. Что мы получаем? Включаем мы следующее, то есть вот он сойдет. Но уже нормально, то есть мы через лобовуху и мы ничего не касаемся, в принципе, красиво. Ну так, допустим, едем. Опять нажимаем M. Камеру. Так, у нас это камера. Ну и вот, в принципе, говорю, как хотите. Тут вообще все зависит от вашей фантазии. Единственное ограничение — это диапазон камеры. Не знаю, вам там не дает покоя. Можно, но
Вертолетчика, допустим, того же попробовать посмотреть. Ну, пусть вот так будет, попробуем опять. F5 нажимаем. F5, кстати, не забывайте нажимать, потому что вы делаете, как бы сохраняете ключ, а потом вы можете все равно его драбу опять нажимаете. И смотрим, значит, где у нас что есть. Четверка, тройка, двойка. Это вот здесь. Если мы сейчас поставим двойку, то у нас камера будет вот на эту машину смотреть. Тройка на вертолет. Поэтому давайте тройку нажмем. Ну и, в принципе, я думаю, хватит. Нажмем Escape. Посмотрим. Воспроизведем. То есть, ну вот так, то есть, я говорю, если не торопиться, вот такие большие промежутки не делать, а, допустим, между этим промежутком, ну, поставить, там, не знаю, и сейчас попробую. Ну, вообще, говорю, как нужно смотреть по времени, сколько его занимает. То же самое, как смутер комплект, можно сделать, не знаю. Так, сейчас, как -нибудь. Пусть так подальше ответит. Просто если мы сейчас так подальше ответим, сразу пойдет резкий переход вперед. Сейчас посмотрим, если не обязательно получится, нормально. Так, ну давайте сейчас посмотрим. Камера не изменилась. Свободно, а то бывает по привычке хочу переключить, значит, ну, между вот этими ключами нажимаю в бок вот так. Поставлю камеру игры, и поэтому получается бредня полная. Поэтому будет нормально все. Проверю, все равно. Я не знаю, почему он сейчас на эту машину посмотрел. Давайте посмотрим. Почему ты посмотрел на эту машину? Смотрим. А, потому что машина у нас тройка почему-то стала. После того, как мы передвинули. А что у нас? Странно. Ну, двойку тогда будет. А тут, блин, нажал. Вот, свободно. Цель камеры. Ничего не надо. Двигаться. Вон, за двойкой. То есть видели, да? А я не нажал. Вот, смотрим. Ну, то есть вот так можно по-всякому. Ну, я думаю, в принципе, если вы тут не разбирались, то Европа вам поможет. Тем более вот так вот. Самая, наверное, тяжелая возможность чем-то разобраться, это вот, чтобы камера летела прям как вам надо, а не так, как вы поставили одну камеру, подвинули, а она у вас не двигалась при этом. Я имею в виду, хоть тут и резкий переход, но тем не менее, это говорю, если вот делать что-то по уму, не обязательно прям такие переходы, а вообще, и поэтому можно, и объясняю, суть в том, что это вот, да, у меня вот такой кадр, а можно любую, там, и взрывы, и погони, там, и как вы там стреляете, там, не знаю, экшен сплошной записывать, может быть, глядите, до Голливуда дойдем. У нас с вами был Аларм, поэтому, возможно, следующий урок, если я буду делать по вот этому именно редактору, да, хотя, в принципе, может быть, вам и не понадобится, это, возможно, уже будет экспорт и так далее. Вот. А так задавайте вопросы, ну и, конечно же, добавляйте друзья в старые, поиграем вместе. Вот. Всем пока.